В соревнованиях приняли участие 38 команд из разных школ Сочи, а также медиатехнической школы Краснодара. Участвовали и воспитанники станции юных техников, на базе которой провели робототехнический турнир. Ребятам предстояло за наименьшее время преодолеть лабиринты и добраться до финиша. В итоге были выявлены лучшие в старшей и младшей возрастных группах. Кроме того, были вручены специальные призы, в том числе за волю к победе, были отмечены и самые юные участники соревнований.